Ну, в общем, забрался я в какую-то чачу. Дальше я поеду. Будем искать перелифт здесь. Ух ты, какой образец, красавец. Плохо. Ну, два вообще неплохих образца попали. Вообще изумительные. С одной стороны белая, с другой стороны красная. Вообще неплохая колея. Здесь вот тоже. Так. Ага. Ух ты. Вот это да. Таких красных я еще и не встречал. Зелена. Зелененький он был. По-серьезному работали. Как они? Казенные, что яма называется. Спущусь, посмотрю. Красная маркиза. Ой.
убийцы, кровососы. Так, вот она жилка продолжается. Невозможно, 32 градуса. Кошмар. Вот еще одна партия перелифта, потерянного в свое время. Так лежала в углу, завалена, как и предыдущая. Здесь разные, в основном мелкие. Рисунок самый разнообразный. Так вот потеряешь что-нибудь, найти не можешь. А потом, через несколько лет, бац, тебе подарок. Уж перелив-то не найти столько сейчас. Вот тут, пожалуйста. О, смотрите. Ну вот какой спелый, интересный, красивый бывает. По краям беленькая. Да, тоже рисунок. Это даже у меня распиленный оказался. О, какой двухсторонний. Здесь что-то вроде халцедона, а тут потемнее, такой волнистый. Сейчас говорят, недооценены. Раньше и гемма, и камеи резали. В Эрмитаже до сих пор, говорят, стоит. Аполлон. Вот она, черемуха.